Мой мир пуст, так же, как и пуст я сам. Каждый новый виток одно и то же. Снова и снова. Опять этот чертов автобус. Чертов пионерлагерь и чертовы пионеры. И что бы я ни делал, в следующий раз все начнется по новой, стерев результаты всех моих усилий. Достало. Да и какая разница, что я буду делать, если в конечном счете это все равно ничего не изменит. Включите свет, пожалуйста. Надо же, какая неожиданность. Раз, два, три, четыре. Привет, ты, наверное, новенький? Привет, ты, наверное, новенький. Иди сюда. Опять эти глупые детки. Им никогда меня не понять. И зачем они вообще нужны? Я календарь, и снова 3 сентября. Ну что ж, было неплохо. Хотя могло бы быть и лучше. 5, 4, 3, 2, 1. Ну что ж, с приездом! А, это тебе должно быть к вожатому нужно? Значит, смотри. Идешь прямо, на площади налево, и там такие домики. Спросишь Дмитрия Олеговича. Усек? Дмитрий Олегович, я что, собрал груды электроники? Небольшой проем. Музыка. Вариантов, похоже, нету. Что ли? О! Похоже, у кибернетиков было... О! Почему у тебя в руках наш НЗ? Вы кто такие? Что здесь происходит? Где девочки? Ой, да зачем они тебе нужны? Вступай в наш клуб, наипрекраснейший, без баб. Нам нужны новые члены. К тому же, ты выпил наше пиво, так что придется отрабатывать. Эй, Ержан, 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 дай бог, давай, давай. Пай, мы здесь? На месте! Ну что ж, приступим к процедурам. Ну, да. Deja vu, I just been in this place before.
знает, что может меня здесь постигать в этой реальности. Кошмар. Домой хочу. Домой хочу. Да. 5, 4, 3, 2. Привет. Слава! Мораль сей вас не такова, мальчики. Любите своих вайпу. Всем добра и позитива. Thank you.